Друзья, всем здравствуйте. И вот такой момент вам покажу. Лес, самый настоящий лес. Смотрите, менталитет наших людей. Лес. И здесь в километрах 2-3 отсюда находится большой супермаркет. Вот смотрите. Зачем делать такое? Это тележки только с этого супермаркета. Я по ручке смотрю, я вам говорю, действительно, так это есть. Это сельпо. Так вот, украсть тележку, проволокти ее на огромное количество и сюда поставить. Менталитет наших людей. Ребят, ставим лайки, подписываемся на наш канал. Зачем это делать? Вот скажите, зачем? А нет, надо все равно своровать, я ж крутой. Напишите в комментариях свое мнение.